А ну-ка, айда со мной, у меня что-то есть для вас. Идем? Смотрите, что у меня есть для вас. Давайте, я снимаю. Снег у нас. Да, сегодня мы будем делать снег. У нас есть одно видео уже с готовым снегом, да? А сегодня мы откроем и покажем вам, да, как мы это делали, да? Ну что, набираем воды? Давай. Ага, еще. Надо с водой подавить, потом снег. Еще нам надо, давай нести еще. Доставай, Вероника, пока кулечки. По два же. Можно все четыре достать, да? Всем по два, да. Вот такой порошочек там, покажи всем, какой порошочек, упал. Да? Упал, как всегда, Вероники все падает, да? Вот такой порошочек, который мы разведем и получим снег. В такую-то жару, да, плюс 30. Давай последнюю. Так, вот здесь инструкция. Вот такие у нас порошочки, да? Ну что, начинаем? А ну-ка открывайте, высыпайте. Сыпим. Ой, упала. Как всегда все упало, да, Вероника? Да. Это потом нужно мешочки дочь. Потом, когда все высыпите, да? Посмотрите. Нужно все мешать, да. Покажи еще раз. Ух ты. Фаби, ты все высыпал? Да. Угу. У меня еще есть. Ну-ка. Для Вероники еще есть Фаби. Снег уже понадобится. Да. Высыпай последнюю. Угу. Мешаем. Размешивайте, размешивайте. Снег получается. О, да. Смотри. О, три зорочки. Зорочка. Все, ваша золушка не видать, да? Хаби, стоп, стоп, Хаби. Хаби, стоп. Вот зорочка. А тут Аллель. А тут мои любимые принцессы. И это моя любимая принцесса. Где готова, мама? Готова, мама? Еще мешайте, еще. Фаби, ну ты что, монстр? Снежный монстр, да, ты? Да. Снежная королева. А Вероника снежная королева, да? Нет, сказала Фаби. А, Фаби у нас снежная королева, да? Класс, да? Мы можем колобок лепить. Да. Можете теперь... Снеговика лепить, а не колобок. А можете колобка, конечно, да. Ха-ха, я сейчас тебя кину, как. Я тебя. А я сюда накрепим. Ну-ну-ну. Ну, Веронь. Смотри. Посмотри. Падай. Ну. Ну, давайте снеговика слепите. Хаби, дай мне так. И что самое главное, он не вредный для детишек, он вообще ни для кого не вредный, ни для чего. Он сам потом его можно высыпать вот так вот на землю, на траву, он сам там растает. Это не вредно, абсолютно ничего. Так что, вперед! Потому что высыкала, потом-то была скользко. Да, но очень опасно, да, то что если он на траве, то на нем можно поскользнуться, как в настоящем снегу. Вот здесь вот нужно быть очень аккуратным, да? Я не бегал. Не бегал, как на Фабин бегал и упал много раз. Я еще упал. Еще хочешь упасть? А что на коньках? Зимой пойдем на каток. О-о, все, это у Вероника динозавра. Ну, вы снеговика слепите? Нет.
Всем пока. Подписывайтесь на наш канал. Всем пока. Пока.